Привет всем, с вами ваша Силва Батова, серебряная бабочка. Знаете, у меня что-то накопилось много хрустальных бокалов, и кое-что я, может быть, подарю. А вот эти бокалы вам я ни разу не показывала, и хочу показать, потому что мне она вообще-то нравится самой. Видите, как они звучат? Это, по-моему, хрусталь. Звенят. Вечерний звон. Бом-бом. Вечерний звон. Значит, два. И еще два. В общем, в общей сложности четыре. Теперь у меня вот такой вот есть подносик. Прекрасный. Здесь летос. Огурец, так я понимаю. И какие-то овощи, может быть, фрукты, сливы. Так это прекрасно выглядит. И еще одна вазочка вот такая, как листик. Просто кайф. Но апогей, конечно, вот эта вот красота хрустальная. Тяжелая-притяжелая. Знаете, для чего? Мне кажется, это подставка для парфюмов или для столика. То есть взять железо внутри,